сегодня я хочу просто показать, что бывает так, хочется немножко как бы витамина и что-то вкусненькое поесть. И для этого я придумал, не только что придумал, я всегда это делаю, и легкий такой домашний салат. Любой человек откроет холодильник, как бы все это ест. Это огурчик, яйца и картошка. И ничего лишнего нету. Ну, кукурузу. Из всего этого мы просто быстренько нарезаем, и она получается простенький и очень вкусный салат. Ну что, поехали. Секрет этого салата в том, что салат, когда делается, самое основное и главное, что человек сидит, а не стоит. Хватит вам, женщинам, стоит делать, потом ножки болят, потом куча усталости. А салат надо делать так, чтобы было потом, как бы бодро себя чувствовали. Для этого я пытаюсь все это делать сидя. После яиц начинаем чистить картошку. 4 яйца, 4 картошки. Не каждый мужчина это все делает. Дорогие женщины, если где-то что-то я не так режу, что-то не так как бы делаю, какие-то движения, то, пожалуйста, не судите меня строго. Я это все делаю просто от души. После того, как картошку мы почистили, порезали картошку, вот она. Берем огурчик, вот, как будто только что с теплицы. Ну, почему-то он немножко холодненький, наверное, замерз в холодильнике. Насыпаем. Так, берем зелень, отрезаем. Я обычно так режу ее, слажу. То же самое. Себе не резал. Так, отрезали зелень, посыпаем. После того, всего лишь 4 яйца, 4 картошки, 1 большой огуречек и зеленый лук. Как все это порезали мы, берем кукурузу и высыпаем ее сюда, в нашу кукурузу. Например, делаю так. Берут сначала, перемешивают все это, вот, всю красоту. Потом майонез еще раз перемешивают, и получается очень сильно разбиваются продукты. Для этого мы делаем так. Чуть-чуть майонезом мажем, начинаем мешать. И по ходу размешивания мы будем мешать майонез. В то время я это мешал вилками. Ну, дочка требует, что ложкой. Для этого я и сказал, вилкой и ложкой, и мы посмотрим, кто лучше работает. Вот так. Дорогие ребята, вот буквально минут 20, и у меня получилось вот такой красивый салатик. Своеобразного цвета. Я не стал сверху ничего там просыпать, там какие-то специи добавлять. По вкусу он очень мягкий, очень приятный вкус. Вот это первый салат. Мы сейчас переходим. Салат номер 2.